Администрация Уфы отозвала предписание о сносе киосков и павильонов. Об этом стало известно в ходе встречи уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова с представителями малого бизнеса. Ранее владельцы 50 нестационарных торговых точек получили соответствующее уведомление. Теперь же в случае, если администрация изменит схему размещения или примет решение о сносе, она будет обязана уведомить об этом за 3 месяца. Таким образом, у предпринимателя будет 90 дней на обжалование этого решения или на поиск нового места размещения павильона или заключения нового договора. По мнению Бориса Титова, в Башкортостане нет четких правил игры, они не собраны в единый нормативный документ. Мы сегодня рекомендуем всем субъектам Российской Федерации принимать закон о нестационарной торговле и мобильной торговле. Обычно вместе они бывают в одном документе. Это уже происходит в нескольких субъектах Российской Федерации. Мы считаем, что такой документ было бы очень правильно здесь принять в республике. Поэтому сегодня говорили и с правительством, даже ставили этот вопрос перед главой республики о том, что предлагаем вот такой документ рассмотреть и принять. Всего под угрозой сноса оказались 1300 нестационарных торговых объектов в Уфе. 6000 работников, которых, включая самих предпринимателей, рискуют остаться без работы. Проблема в новых правилах благоустройства, которые в ближайшее время планируется принять. Так, киоски и павильоны, расположенные ближе, чем в 1,5 метрах от внешней границы кроны кустарников и меньше, чем в 50 метрах от остановок, могут оказаться вне правового поля. Предложения предпринимателей не были приняты, даже рассмотрены, наверное, не были. На каждый документ, который любой госорган или муниципалитет, планирующий принять в отношении предпринимателя, он приходит к нам на согласование и на оценку. По всем документам, которые приходили, мы дали свое негативное заключение. Ни один практически наш довод не был учтен, к сожалению. Сейчас ситуацию с нестационарными торговыми точками взяли на контроль власти республики. Разработка правил размещения киосков и вопрос о сносе существующих ляжет на плечи депутатов городского совета нового созыва.